Пассажиров всех поездов перед посадкой вагон будут пропускать через специальные рамки и досматривать. Примерно так, как это сейчас делается перед посадкой в самолет. Также будет составлен перечень предметов, с которыми в поезд не пустят. Так, например, ограничения распространятся на опасные, легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества. А о перевозке коллекционного и охотничьего оружия придется заявлять дополнительно. А вот небольшие перочинные консервные ножи, жидкости для укладки волос и шампуни изыматься при посадке в поезд не будут. Можно будет провозить также еду и напитки, в том числе и спиртные. Сам законопроект пройдет первое чтение уже на этой неделе.